мы с вами начали заниматься такой трудной темой, о которой сейчас только и знают, что говорят. Я уже сообщал вам, что 10-й Всемирный Русский Народный Собор был посвящен именно этой теме. Да, свободам, проблеме свобод и прав человека. И говорил вам, какие вещи уже сейчас происходят в Европе, когда парламентская ассамблея Совета Европы постановила о том, что религиозные права подчинены правам человека. Да? Говорил вам, да. Вот-вот, да. Это вы понимаете, насколько это серьезная вещь и к чему это может привести. Женщины уже могут потребовать сана, поскольку будут рассматривать это как ущемление в правах. Меньшинства известные будут требовать публичного не только признания, но и церковного признания. И та церковь, которая не согласится с этим, она окажется вне закона. Помните, как в Древнем Риме христианство была религио иллицита, религия незаконная? Так и здесь. Церковь, которая не признает этого как должное, как норму человеческой жизни, и будет осуждать это, окажется вне закона. Так что процесс идет в одном направлении, совершенно очевидном причем. В каком направлении? Он идет в том, на чем, что, может быть, не в такой форме, ну, дело-то не в форме, а по своему идейному содержанию, по своей основной направленности, уже давно является одним из основных лейтмотивов масонства, которое утверждает, что необходимо проводить в жизнь следующий принцип – разнуздать, чтобы взнуздать. Разнуздать, чтобы взнуздать. Всего три слова. Принцип потрясающе сильный, и который с неуклонной решимостью и последовательностью проводится в жизнь так называемого просвещенного общества, то есть европейского, американского. Ну, а теперь, естественно, он будет проводиться с той же силой и у нас, поскольку идеологических границ теперь не существует. Я уже говорил вам, что если рассматривать свободы и права человека идеализированно, то это звучит очень, так сказать, хорошо и прекрасно, чтобы дать свободу каждому человеку. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что поскольку любое право двустороннее, то, во-первых, оно может быть использовано как угодно. Та же любая свобода. Как угодно. Свобода слова. Можно ее использовать как? Что какие угодно начать печатать нецензурные не только слова, но и целые речи, и оскорбительные, и развратные, и так далее. Вот, это совершенно очевидно. Второе, на что следует обратить внимание, если взять, опять-таки, понимать эту свободу так безотносительно к конкретному человеку, то к чему это, опять-таки, может привести? Ведь каждый человек находится в определенном нравственном духовном состоянии. Так? И можно ли, сразу возникает вопрос, дать одинаковые, одни и те же свободы человеку высоконравственному, будем говорить, человеку законопослушному или человеку преступному. Попробуйте, вы дайте преступному миру те же самые свободы, которые предоставляются и людям законопослушным. Во что превратится любое общество, любое государство? Вот эти две вещи, они прямо сразу же бросаются в глаза. Когда речь идет, когда эти идут крики и шумы о свободах, свободах и свободах. И, наконец, последнее, что нужно сказать, что все те юридические свободы, которые даются законом, так, они самые большие, что делают, это в плане удерживания, не самые большие, это удерживает человека только от самых гнусных преступлений. Только лишь. В основном касающихся телесной жизни человека.
тело его. Вот. Только здесь свободы устанавливают некие ограничения. Но самое-то важное и серьезное заключается в том, что все эти свободы, юридические свободы, они, я не знаю, есть ли исключение или нет, но в них не присутствует самого главного с христианской точки зрения. Они не ориентируют человека на духовную свободу, на приобретение духовной свободы. Они в этом плане ничего не делают. Помните, мы с вами говорили о трех видах? Так вот, эти все внешние права и свободы не ориентируют, не стимулируют, не зовут человека к духовной свободе. Речь идет только о том, чтобы я мог как можно больше поступать так, как мне хочется. Хотя бы это и подчас самым пагубным образом влияло на других людей. Вот одна из, я хотел сказать, ошибок, на самом деле из коварных, я бы сказал, вещей, которые скрыты вот в этой пропаганде, вот такой пропаганде свободы, она и заключается в том, что когда речь идет о запретах, то только касающиеся жизни тела. Духовная и нравственная сторона абсолютно не учитывается. Вы поймите, что за этим стоит. Вы обратите внимание? То есть перед лицом этих вещей человек рассматривается не больше как животное. Забота только о теле, о его правах только касающихся вот его, будем говорить так, что ли, потребностей биологических, интеллектуальных, эстетических, то есть чисто земных и больше ничего. То есть насквозь пронизано материализм, глубочайшим материализм и атеизмом. О Боге просто нет вообще речи. Вообще нет речи о духовной стороне личности. Достаточно посмотреть на те моральные извращения, которые пропагандируются, или на те вещи, которые должны быть по естеству скрываемы от публичных взоров, чтобы понять и убедиться в этом. Духовная сторона человека, то есть то, что и делает человека человеком, это единственное его и делает по существу, это абсолютно не учитывается или, я бы сказал, просто игнорируется. Человек рассматривается, можно сказать, почти как животное. Вот где корень, вот где основная беда, которая заключена вот в этой проблематике, как она представляется вот современным миром. Я не помню, зачитывал вам или нет мысль святителя Игнатия Брянчанина, который как оценивает возможность достижения этих свобод. Он пишет: «Доколе человечество подвержено влиянию греха и страстей», видите, говорит о духовной стороне человека, греха и страстей, «дотоле необходима власть и подчиненность. Они непременно будут существовать в течение всей жизни мира. Только могут являться, являются, будут являться в различных формах». И дальше говорит: «Ни равенство, ни совершенные свободы, ни благоденствие на земле в той степени, как этого желают, и это обещают восторженные лжеучителя, быть не может. Отношения власти и подчиненности разрушатся только с разрушением мира. Тогда прекратятся начальство и власть. Тогда установится братство, равенство, свобода». Помните основной лозунг французской революции? Братство, равенство, свобода. Ох, как ловко можно увлечь людей этими пустыми словами, за которыми стоит прямо противоположное. Тогда причиной единения, власти и подчиненности будет не страх, а любовь. Вот видите, отсюда мы можем понять, какая принципиальная позиция христианства по отношению вот к этим правам и свободам. Они как могут рассматриваться, эти права и свободы? Только как некие внешние условия, которые должны бы помочь человеку не только сохранить свою человечность,
но, если хотите, насколько это возможно, возвышать эту человечность. Как только эти права и свободы действуют в противоположную сторону, они становятся вовсе не добром, а становятся злом. В плане моральном мы сейчас все являемся свидетелями этих вещей. Каков основной принцип должен быть заложен, я бы сказал, в функционировании или в проведении в жизнь тех прав и свобод, о которых говорит мир? Мы же не отрицаем, мы христиане, совсем не отрицаем право человека на свободу слова, свободу печати, свободу веры и так далее. Нисколько. Это действительно, это, ну, так сказать, это естественные вещи. Так же, как это естественно есть, пить и прочее, и прочее. Однако, что должно быть положено в основу этих прав? Поскольку все права человеческие, они затрагивают не одного человека, а затрагивают все общество. Ибо все мы живем в обществе, а не в лесу. Все мы влияем друг на друга, можем влиять, по крайней мере. И влияем не только внешне, когда соприкасаемся друг с другом, а мы влияем и духовно. Духовно влияем, потому что духовное влияние – это есть реальность, от которой мы никуда не уйдем. Мы же знаем, что в каждом обществе, государстве, в каждой семье, даже в каждой книге есть свой дух. И духовное влияние, не говорю уже о нравственном, которое очевидно, так вот и духовное влияние, оно всегда присутствует. И поэтому очень важно в данном случае смотреть на то, что должно быть в корне, то есть в самой основе лежать вот всех тех прав и свобод, о которых мы разговариваем. Что самое главное? Вот здесь, мне кажется, здесь очень важно, друзья мои, отметить одно понятие, которое следует запомнить просто. И я прошу вас обратить на это внимание. Что во всех наших отношениях, межчеловеческих отношениях и в самой проблеме свободы и прав человека главенствующим принципом что должно быть? Страх любви. Что такое страх любви? Знаете, как у врачей клятва Гиппократа? Не навреди. Страх не навредить. Это страх чего? Страх любви к человеку. Врач должен с любовью сделать все возможное для исцеления человека, правда же? Спасти его от смерти, не дать возможность ему заразиться чем-то такое. Это страх чего? Страх, боязнь не причинить человеку вреда. Напротив, насколько возможно, избавить его от настоящего или возможного вреда. Страх любви. Вот он основной принцип, если хотите, христианского понимания содержания всех прав и свобод. Страх любви – это самое главное. Не навреди. Вот даже преподобный Варсануфий Великий говорил: «Хороша свобода, соединенная со страхом Божьим». Что такое со страхом Божьим? Что такое страх Божий? Об этом мы часто говорим. Это же не страх перед Богом, как перед каким-то, знаете ли, чудовищем, которое может поглотить, если ты что-то сделаешь. Ничего подобного. Бог есть любовь, неизменяемая любовь. Это страх оскорбить любовь Божию. Причем любовь Божию понимаем не только так, как Бог где-то меня любит, и я, так сказать, вот, ну, боюсь его оскорбить, боюсь. Не только это. Бог внутри человека. Царство Божие внутрь вас есть, говорит Евангелие. Бог есть и называется природой всего существующего, то есть и нашей даже самой природы. Правда, Бог не по существу, а в своих энергиях. Это Григорий Паламы мысль. Так вот, когда мы говорим о страхе и любви, то о чем мы говорим? О том, чтобы как бы не навредить кому своим поведением, своей свободой. Своей свободой, слышите? Своими правами. Страх – очень хорошее слово. Боязнь, как мы боимся оскорбить горячо любимого человека. Как мы просто боимся оскорбить того, кто вам, так сказать, спас вашу жизнь, может быть.
избавил вас от великих страданий и бед, который постоянно помогает вам в вашей жизни. Мы боимся оскорбить уже не потому, хотя бы он уже был никем даже, по любви и благодарности к нему. Вот, оказывается, основной принцип христианской жизни заключается в чем? В любви. И вот здесь, когда мы говорим о поведенческой стороне человека, а права и свободы – это и есть поведенческая же, в конце концов, сторона, здесь основным принципом должен быть принцип страха любви. К сожалению великому, вот эта гуманистическая мораль абсолютно этого не знает. Это какая-то беда. Человек человеку Бог есть. Смотрите, какой великолепный, кажется, лозунг. А на самом деле это я Бог. Требуем себя. Эгоцентризм потрясающий. Гордость только с гордостью встречается. Измеряют друг друга, кто гордее. Ты меня не тронь, но и я тебя не трону. А если тронешь, то тогда узнаешь. Вот в чем происходит соревнование. Так вот, видите, преподобный Варсануфий говорит, что хороша свобода, соединенная со страхом Божьим. Если же свобода не соединена с этим страхом Божьим, то можно прямо сказать, друзья мои, она становится убийственной для человека и общества. Она приводит к самым отрицательным последствиям, к самым негативным. И прежде всего к нравственной деградации. Я свободен, как хочу, так и веду. И мы это сейчас великолепно видим всюду. Всюду просто замечаем. Вот мне вчера звонит одна, говорит, мы с мужем поехали в Румынию, отдохнуть думали на 2 недели. И христиане. Так вот, мы почти не могли находиться на пляже. Ну, просто не могли. Ну, это невозможно смотреть, что там происходит. Говорит, мы уже уходили куда-то, все, но приехали не отдохнувшие, а измученные. Я вот так слушаю по телефону и вспомнил историю с Лотом, когда к нему пришли ангелы, и когда, помните, потом говорит, и где-то мы находим, как он, Лот, страдал от этого вот кошмара, который кругом творился. Я думаю, что сейчас уже очень многие начинают страдать от этого и будут страдать еще больше. От этой разнузданности и развращенности, которая все более и более увеличивается в своих масштабах. Вот. Это ведет к анархизму, к антикультуре. А лучше сказать, полной бессовестности и по пранию всякой святыни и чистоты, которые есть в человеке. Я говорю, свободы без страха любви. К сожалению, вот мир не обращается к христианству и не интересуется, как оно, христианство, оценивает это. Я вот тут выписку одну сделал из Солженицына. Да, он как-то заметил, мы увлеклись идеями свободы, но забыли, что самые мудрые измерения свободы – это дальновидные самоограничения. Кстати, вы знаете, сначала его встретили там же на Западе, в Америке, с восторгом, потому что он критиковал то, что тут есть. А потом вдруг он начал проповедовать эти идеи против той свободы, которая там... Да, и он стал сразу очень нехорош. Началась его критика и так далее. Кстати, вот эти элементарные вещи же понимает любой разумный человек. Здесь даже не требуется, мне кажется, особого знания какого-то христианства. Это даже сама природа человека... Она взывает об этом. Вот Эпиктет, например, слышали такое имя древнего мудреца? Он, например, писал, кто, это латинский мудрец Эпиктет, кто свободен телом и не свободен душой, тот раб. И в свою очередь, кто связан телом, но свободен духовно, свободен. Подумайте. Римские стоики уже это понимали. Да и что ж тут понимать? Сейчас идет какое-то странное,
странное, я бы сказал, унижение человека. Потрясающее унижение. Человека все больше превращают в скотину двуногую. Видимо, хотят видеть именно таковым человеку. Причина совершенно понятна. Знаете, что скоро вот того нравственного анархизма, который развивается все сильнее, все-таки многие начнут вопить и кричать. Нужна твердая власть, нужна железная рука. Нужна, если хотите, просто деспотия. Недаром уже многие сейчас говорят, ах, как жалко, Сталин нужен. Да, мало крови пролил. Нужен еще один Сталин. Так вот, зов мира. Где ты, сильная рука, которая будет властвовать над нами? Видите, к чему все идет? Будет приветствие того, кто окажется таковой рукой и наведет порядок, такой, которого никогда в истории не было. Наведет порядок, да. Казни, убийства и уничтожения не миллионов, а миллиардов людей. И будут эти оставшиеся, будут хлопать в ладоши от восторга, не понимая, что завтра он сам будет отправлен туда же. И именно ведется к этому. Вот эта анархия, она всегда, знаете ли, это естественно, как пружину сжимают, или напротив растяните пружину. Она будет стремиться сжаться. Сжали ее, будет стремиться раздвинуться и так далее. В данном случае это идет периодически так. В истории вы обращали внимание? Пружина то сжимается, и потом революционно разлетается все, то растягивается и сжимается опять в деспотию. Так и идет. То страшная деспотия, то потрясающая так называемая свобода. И вот так идет эта историческая игра на протяжении всей жизни человечества. Люди никак не могут найти, где же она, эта драгоценная середина, когда ничего не сжимает и ничего не растягивает. Христианству нет, 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 они его не знают и даже понять не могут. Так вот, к чему это непременно ведет, так сказать, уже идейно. Христианство же прямо говорит, все мне позволено, пишет апостол Павел, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает. Вот. Апостол Петр, обличая вот этих вот современных, мы все думаем, что тамошних, нет, нет, современных, да, проповедников свободы, писал, послушайте, как он здорово писал, точно это абсолютно относится к нашему времени. Ибо, произнося надутое пустословие, замечательно, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Будучи сами рабами, обещают свободу. В послании к Галатам он пишет, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти». Затем он перечисляет дела плотские, а заключает совершенно недвусмысленно. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». Что такое тление? Уничтожение. Все, сгорит. Все сгорит. «А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, ибо дух не подчинен власти огня». Все это верно и все точно, по-моему, не вызывает сомнений. Ну, возьмите хотя бы, ну, свободу телеинформации. Недаром у нас как-то в одной газете, да, было названо это «телевизионная чума насилия». Очень сильно скажем. Или в другой, помню,
газете сказано о людях, которые сидят, проводят очень много времени перед телевизором, говорят так: телеидиоты. Телеидиоты. Почему идиоты? Ну, чем характеризуется идиотизм, вы знаете. Что он в рот, все, что у него будет под рукой тут. Гайки, гвозди, стекла, хлеб, колбаса, неважно что. Он не понимает, он все готов жевать и глотать. Так и человек, получивший вот эту свободу, сидит перед телевизором, млеет часами и глотает все. Действительно, телеидиот. Это новая болезнь, да, которая возникла в 20-м столетии. Так вот, телевизионная чума насилия. Вы знаете, однажды я прочитал то же самое, как один американский психолог оценивал состояние телевидения в своей стране. Он писал так: когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Очень сильные слова. Вы знаете, ведь в чем искушение этого телевидения? В том, что наряду с вещами, подчас положительными, действительно, например, информация о последних событиях, или там где-нибудь, посмотрите, в мире животных, так и оторваться нельзя, до чего там интересные вещи. Правда же? Но вся суть-то в чем? Что человек, имеющий доступ вообще ко всему, он никак не может этим ограничиться. Он обязательно левой пяткой ткнет в другую кнопку. Вот. А там за этой кнопкой стоит неизвестно что. По крайней мере, Бог не знает что. Потому что Бог не хочет знать таких вещей. Вот ведь какие вещи. Вот тот же американский психолог приводит пример, который когда-то годился для Америки, а теперь великолепно подходит и для нас. Он пишет, что молодой человек к 18 годам видит по телевидению примерно 150 тысяч преступлений. К 18 годам. Из которых 25 тысяч убийства. Вот вы представьте себе, чтобы на наших глазах произошло убийство. Какое просто стрессовое состояние будет. Это страшное же дело. Причем, а подумать-то по телевидению что? По большому экрану. Причем какие убийства еще? Там только показывают. 25 тысяч убийств. Примерно так, посчитали. Потому что чем наполнено телевидение? Кстати, хочу вам сказать. Как только начинаются сцены вот эти любовные, сексуальные, то обязательно они... Обязательно, вы понимаете? Вот действительно связи взаимосвязаны, страсти взаимосвязаны между собой. Обязательно это связано с преступлениями, убийствами и так далее. Потому что это родные все, души-то, родные все. Да. Приходится часто приводить пример, но это неплохо, что часто. Он должен бы остаться как-то и помочь нам во многих вещах. Пример о том, что человек обладает не только сознанием, но и обладает потрясающей глубиной, то есть бесконечной глубиной подсознания. И в это подсознание поступает вся информация, которая проходит в течение его жизни. Вся, извне и изнутри. От всех чувств. Не только от пяти чувств внешних, но и всех вообще. И мысли, и желания, и переживания, и так далее. Все, ничто не пропадает. Вот это подсознание – это та память, которая не имеет предела. Бесконечный объем памяти. Более того, некоторые считают даже, что существует, и к этому есть основания, научные основания, я говорю, существует даже так называемая генетическая память. То есть утверждают, что в нашем подсознании хранятся не только те сведения, которые мы сами лично получаем, но очень вероятно, я говорю еще раз, к этому есть определенные фактические подтверждения, очень вероятно, хранится даже и тот, я бы сказал, баланс, та информация, которая получена нашими предками. Предками. Вплоть до Адама.
уровни только, совсем разные. Ну, например, психология насчитывает 10 уровней подсознания. Мне кажется, это что-то устаревшее. 10 в 10 степени, это я, пожалуй, принял бы. Но что 10 уровней – это чепуха. Генетическая память – это вещь очень серьезная, кстати, которая подтверждается, знаете чем? Понятием родового греха. То есть действием предшествующих, действием предшествующего духовного и нравственного состояния предшествовавших отцов, дедов и так далее, предшествовавших поколений, действием их на данного человека. Мы все рождаемся в этом плане уже не свободными. Мы рождаемся вовсе не так, как думал Жан-Жак Руссо, который утверждал, что человек – это чистая доска, табуля раза, на которой только социальная среда, там, родители, школа, воспитание, и он сам уже что-то пишут. Ничего подобного. О, если бы только это было. Нет. Психология, история, само элементарное даже наблюдение свидетельствует нам о том, что насколько сильно наше поведение обусловлено и тем, что присутствовало уже у наших предков. Иногда мы даже поражаемся, например, сын похож на отца там, или на деда, как у многих его даже странные черты характера. Вот это мы еще видим, вот эту внешнюю поведенческую сторону. А мы не видим другого, куда более серьезного, духовной стороны. Оказывается, информация, вот эта информация, я бы сказал, и лучше сказать, то, чем жил человек вот до нас, наши предки чем жили, это ничто не исчезло. Это все переходит, это передается, все оказывается... Все записывается в наши, ну, скажу так, гены. Все. И каждое последующее поколение уже получает все предыдущее. Все записывается, все переходит. Все там есть. Весь вопрос только в том, в какой степени это может действовать и, так сказать, до какого колена. Вот библейские наблюдения, как вы помните, там, например, вот эти злые преступные деяния, там до 4-го поколения, помните? Там сказано в такой форме, Бог наказывает до 4-го колена. Ну, это форма выражения. На самом деле, что значит наказывает? Что значит наказывает? То есть человек может страдать, переживать от этих духовных болезней, с которыми он рождается, которыми его наградили отцы. Понимаете, в чем дело? До 4-го поколения это особенно, видимо, сильно сказывается. В то же время говорится о другой стороне. До 1000 родов, помните, сказано о тех, кто творит добро. Оказывается, вот эти вот положительные вещи, они просто превосходят в неизмеримо больше раз вот эти все, так сказать, отрицательные, негативные, греховные стороны. Это, причем факты жизни, факты наблюдения – прямо свидетельствует, что это есть очевидная совершенно вещь. Совершенно очевидная. Недаром, вы знаете, в деревнях, ну, отчасти, может быть, и в городах, хотя это уже гораздо сложнее, как смотрели, куда, в какую семью можно отдать дочь, из какой семьи можно найти невесту, жениху. Ой, как следили. Там где-то, знаете, вот когда-то он убил человека, его прадед. Ну, кажется, ну что, ну прадед, правда же? Ну при чем тут? Уже что-то не то, понимаете ли? Что-то не то. А вот там был вор, а там пьяница, еще что-то такое. Как внимательно, вот где разум-то? Вот где разум. Люди необразованные, кажется, не имеющие вот этого образования, поверьте, как мудро, проницательно смотрели на человека. Так вот, видите, вот эта свобода информации, свобода телеинформации, что она делает? Она уже бьет прямо на все человеческие чувства, на саму душу, на разум, на его дух.
пьет. И таким образом закладывает в наше подсознание гигантское количество всякой гадости. Вот приходится приводить пример, теперь говорю. Да. Так вы представьте, что было бы, если вот сейчас открыть бы где-то подполье, а туда перед этим были бы заложены какие-нибудь всякой дохлятины. Мы бы не смогли просто находиться здесь. Хотя здесь вам, пожалуйста, было бы все, блеск, я не знаю, что тут. Еще поставьте стол со всякими яствами, оттуда бы трупным запахом. Ну-ка, кто бы так вкусненько покушал бы, ощущая эти ароматы? Теперь понимаете? Подполье подсознания. В каждом человеке это присутствует, это надо знать. Особенно действует, что это наше, то, чем мы активно воспринимаем, сами мы. К чему мы сами склоняемся, чем мы сами живем. Вот почему святые отцы говорят о необходимости борьбы со страстями. Да, вам приятно нюхать вот то, о чем вы сказали? Ну, пожалуйста, можете. Не бороться со страстями. Накладывайте туда еще побольше. Побольше зловоний будет. Живите, голубчики. Почему? И Бог заповеди устанавливает. Говорит, берегитесь вы этого. Не делайте себе зла. Все святые отцы прямо описывают все эти прям шаги духовной жизни. Не причиняйте себе зла. Почему говорят об этом? Потому что любят. Так, как родитель любит детей. И хотят избавить их от страданий, предупреждают их, огораживают, ограждают их. Вот так Бог ограждает этими заповедями. Так вот, вот это вот свобода. Вот я говорю, свобода того же телевидения, радио, там, фильмы, печати и так далее. С чем она связана? Если там не будет страха любви, это бедствие для общества. Бедствие для человечества. Только страх любви может удержать. Что ни за что этого я не могу этого показать. Мне предлагают, да вы что, с ума сошли? Вы что делаете? Что будет с людьми? А тут напротив, один за другим эти всякие фильмы, эти рекламы и так далее, эти идеи раскрепощенности чего? Инстинкта. Самых низменных инстинктов. Откуда это исходит? Кому это нужно, скажите? Неужели не ясно, кому это нужно? Нужно только дьяволу. Следовательно, кто руководит всем этим? Сатанисты. Никому только не рассказывайте. Вот Солженицын приводит очень интересный пример. Он рассказывает об одном случае в Нью-Йорке, который произошел в 1978 году. Случай был элементарный. На 3 часа отключили свет в этом гигантском полисе. На 3 часа. Что началось, говорит он. Начали бить стекла витрины, грабить эти магазины, грабить друг друга. Вообще, говорит, кошмар. Начался в течение 3 часов, шел невероятный разбой в Нью-Йорке. И он говорит, точно такой же случай произошел 40 лет назад, до Второй мировой войны. И было все наоборот. Люди помогали друг другу, зажигали свечи, давали эти свечи, пытались освободить застрявших там в лифтах и так далее. Говорит, что произошло за 40 лет в Америке? Кстати, это неплохо вам это иметь в виду, как изменилась Америка. Америка действительно была достаточно пуританской страной. Вторая мировая война, что-то такое, знаете, так катастрофически изменило мир. Прям перевернуло его. Буквально развратило его. Вот Америка, в данном случае, вот этот факт, он очень показателен. И Солженицын не случайно обращает на него внимание. 40 лет прошло, посмотрите, что случилось. В том же Нью-Йорке, точно такой же случай. И уже люди ведут себя точно наоборот. Это какие люди ведут себя точно наоборот? Люди, которые ощутили полную свободу. Что хочу, то и творю. Инстинкт сдерживается уже только чем? Законом. Только уже законом. Вот эти какие? Разрушающие.
убийственный только уже законом, бояться закона. Как только оказалось, это можно поступить, не подпав под действие закона, тут же все обрушилось. Здание общества обрушилось. Люди стали губить друг друга. Представьте себе, вот что будет даже вот сейчас с нашим обществом. Если вот сейчас по радио скажут, вот завтра с 15 до 16 часов закон не будет действовать. Кто бы что ни сделал, он не подлежит никакому наказанию. Вот сейчас в любой европейской стране у нас на один час дайте вот эту вот свободу. Что будет? Я не знаю, наверное, будет такой разгром. Разгром, что, наверное, ни одна война такого не причинит, что будет сделано. Вот вам показатель чего? Внутреннего содержания человека, его духовного состояния. Забыл мир нехристианский, нерелигиозный мир, забыл о том, что такое дух, что такое состояние духа, о том, что в человеке дух первичен, а не тело. Вот такая вот свобода, которая раскрепощает инстинкты, она делает человека сластолюбивым, сластолюбивым. И за это, за возможность наслаждения, оказывается, эта свободная личность продаст вам любую свободу, в том числе свою. Очень хорошо мне понравилась фраза, знаете, есть вот такая книга «Переход» Калиновский. Это как раз о жизни за гробом. Он там очень хорошая книга. Вот я оттуда выписал даже. Вот что он говорит. «Повсюду в мире умирает свобода». Вы слышите? Только и кричат о свободе, он совершенно точно пишет. «Повсюду в мире умирает свобода. Политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче». Ой, как точно. Животному насколько легче. «Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения. Меньше ответственности». Посмотрите, как в религиозной сфере это преломляется. Вы знаете, для чего ищут духовника очень многие? 90%, а может 99%. Меньше ответственности, не надо принимать решения. Батюшка, с какой ноги мне встать? И все спокойно. Вот беда-то какая. Ищут не духовного назидания, не пути спасения, не пользы для жизни вечной, а кто бы руководил только мною. Отдаю свободу, лишь бы только не принимать решения и не быть ответственным. Рабство, буквально прямо рабство ищут люди. Ищут оракулов, а не духовников. Да, этот отказ от свободы, он вполне закономерен. Страсти ведь порабощают человек. Вот только что я вам зачитывал из апостола Павла. Кто кем обладает, кто кем побежден, тот тому и раб. Побежденный страстями, раб этих страстей. Вот еще в отношении одного вопроса и очень важного, связанного с проблемой свободы, я бы хотел сказать. Уже касаясь чисто религиозной свободы. Ну, прежде всего, я говорил вам, если рассматривать церковь как какое-то общество, тем более организацию, то в данном случае... Ну, ничего специфического здесь нет. Естественно, для нее иметь те же свободы и те же права, которые обладает любая, ну, другая организация. Вот. Но здесь есть и некая специфика. Первое, на что стоит обратить внимание. Вы знаете, что во многих странах, в том числе у нас,
что религиозные организации, или условно назовем их церкви, они просят для себя некоторых больших свобод, чем другие организации. Причина, одна из причин такова, что эта церковь ничего не производит. Так? Она в этом плане не коммерческая какая-то организация. Тем более, что она удовлетворяет, так, по идее, духовные потребности человека. И отсюда она требует определенных льгот в области, там, ну, например, налогов хотя бы. Это уже. Вот. Некоторых льгот. Отсюда возникает проблема. Некоторая проблема. Какая? А по каким признакам можем судить, это религиозная организация или нет? Ведь вы уже знаете, что некоторые просто прикрываются религиозной формой, как будто они являются религией, на самом деле не являются таковыми. На самом деле просто мошенники. Те люди, которые нашли какое-то удачное решение к тому, чтобы обогащаться, эксплуатировать, ну, вот, разных людей и так далее. И вот тут это действительно серьезный вопрос. Вопрос, который не только для нас, он даже с христианской точки зрения решить этот вопрос, он серьезен, но он с точки зрения гражданской, юридической, что можно назвать религиозной организацией? Каким образом решить этот вопрос? Вот мне кажется, что здесь государство должно быть заинтересовано в решении этого вопроса, и он может быть решен, наверное, только на каком пути? На пути обсуждения, рассмотрения, выявления с помощью экспертов с двух сторон. Чем является эта организация? Каких двух сторон? Со стороны государства и со стороны религиозных экспертов. Государство и представители религии. Только таким путем можно в конце концов действительно договориться серьезно и понять, что из себя представляет вот то или иное общество. Религиозное оно или нет? И нуждается ли оно вот в этих льготах? А льготы не только финансовые. Есть и другого рода льготы. Льготы возможности пропаганды, вхождение в какие-то средства массовой информации, вот, и так далее. Это вот одна из первых, так сказать, проблем. То есть требуется, чтобы богословы и юристы вместе каждый раз вот, оценивали вот это новое, допустим, или старое какое-то явление, которое претендует на религиозный характер. Вторая сторона, тоже в высшей степени очень важная, это нравственная оценка учения этой религиозной доктрины, этой религиозной организации. Дело вот в чем, когда говорим о религиозной свободе. Вот у нас обладал религиозной свободой, известной всем Аум Синрикё. Причем занимал какие позиции, на каком высоком уровне принимали этих деятелей. И действительно, какой свободой, фактически чуть не больше, наверное, чем, допустим, наша даже церковь обладали представители ее. До тех пор, пока в токийском метро, да, они не произвели вот эту террористическую акцию. Тогда и у нас бросились, давайте закрывать. Стыдно. Просто почему? Стыдно. Там они убивают, а здесь мы дадим полную свободу. Ну, а представьте себе, мы говорим о религиозной свободе. А вот сатанисты, например, это религиозная организация или нет? Мне кажется, опять здесь что требуется? Оценка с нравственной точки зрения. То есть, опять-таки, должны быть выработаны определенные критерии нравственного порядка, на основании которых можно только пытаться и сделать суждение об этом обществе. Это, опять-таки, очень серьезная вещь, потому что, вы знаете, все мошенники, они, естественно, скрывают все свои негативные стороны учения,
Но шило в мешке не утаишь, так? И это вторая проблема, также чрезвычайно важная, но я не знаю, насколько и в какой степени она разрешается. В смысле, решается, в этом смысле разрешается. И еще третья проблема, очень важная также, это наиболее такая тонкая, я бы сказал, но очень важная проблема. Это проблема свободы и прав. Видите, как интересно я ставлю. Все время так вам говорил, так сказать, взаимозаменимо, а здесь вдруг мы ставим в таком ракурсе этот вопрос. Да-да. Вопрос, точнее, должен быть поставлен так. Одно и то же говорить о свободе и равноправии? Или это не одно и то же? Те же самые это вещи или различные? Я вам скажу, что это вопрос не пустой совсем, и о нем стоит поговорить. В чем, так сказать, различие вот этих вещей, свободы и равноправия? Ну, вот я приведу один пример. Ну, допустим, возьмемте нашу страну, любую страну, так называемую демократическую. Все обладают равными, кажется, равной свободой, так? Обладают даже правами, кажется, равными. Все могут быть избраны куда-то, кажется. Но все же прекрасно понимаем, что президент обладает такими правами, которыми мы, конечно, не обладаем. Более того, если всем дать такие права, то все, капут государству. Равноправия-то нет. Посмотрите, какими правами обладает генерал, какими солдат. Равноправия-то нет. И не только нет, и быть не может. Почему же президент обладает большими правами, чем любой другой гражданин? Только по одной причине. Знаете, какой? Большинство за него проголосовало. Причем какое большинство? 50% плюс один человек. И он уже обладает правами, которым никто не обладает. Вы подумайте. Но в этом и состоит демократический принцип. Демократия, то есть власть народа. То есть решаются каким образом? Что мы считаем законом, а что не считаем? Каким образом? Голосуем. 50% плюс один. Закон принят. 50% плюс один. Закон отвергнут. Понимаете? Это называется демократия. Демократический принцип. Значит, еще раз подчеркиваю. Значит, наделение большими правами кого-то зависит от чего? От того, насколько, какое большинство или большинство ли людей соизволяют на это. Очень простой принцип. Во всех парламентах именно так и решаются. Так принимаются решения. Определяют, сколько там, 50% или 2/3 голосов. Неважно. Это и есть демократия. Я говорю, по самой идее. Так? Так вот, с этой точки зрения теперь посмотрите на равноправие теперь. Как всюду мы слышим, равноправие всех религий. Всех религий. Будет ли справедливым, чтобы какая-то небольшая религиозная группа, которая действительно будет религиозной, так, имеющая свои убеждения, свое учение, будет обладать теми же правами, на которые претендует также и религиозная община, в которой там 3/4 населения. Тут 3/4 населения, там 3/4 человека. Конечно, нет. Совершенно очевидно. Конечно, нет. Если там, где большинство населения поддерживает именно эту религиозную организацию, ну, будем называть церковь, так,
то, естественно, она должна обладать гораздо большими правами, нежели та, за которую проголосовал 1% населения. Вот вам два кандидата. Один становится президентом, получает вот какие права, а этот провалился, и он остался. Какие права? Ну, те права, которые обладает каждый человек, но не больше. Так и здесь то же самое оказывается. Тут тоже должен быть коэффициент. Может быть, даже законодательный может быть коэффициент, но даже без всякого законодательства. Совершенно очевидно и не вызывает сомнений, что та церковь, которая обладает поддержкой подавляющего большинства или просто большинства населения, она должна обладать большими правами, чем другая. Правда же? Правда. Не вызывает сомнений? Верно. И, в общем-то, так оно и происходит на Западе, например. В европейских государствах некоторые церкви обладают преимущественными правами, другие, многочисленные, не обладают ими. Как только касается вопроса России, извините, все западные средства печати с ума сходят от ярости. Почему у вас религиозные меньшинства не обладают такими же правами, как русская церковь? А русская церковь становится государственной церковью и так далее. И чего только не льют. Я удивляюсь. Ну, посмотрите, вы откуда? Из Австрии, да? Ну, посмотрите, как у вас. Вы из Германии? Ну, взгляните, как у вас. Во Франции? Посмотрите. О чем вы говорите? Вот это просто надо иметь. Итак, демократический принцип зиждется на чем? На элементарной основе простого большинства. Я привел, да, может быть, и другой еще пример. Другой пример. Представьте себе, что какая-то очень богатая секта религиозная появляется в бедной стране, в стране, где подавляющее большинство населения, ну, возьмите Эфиопию какую-нибудь, так? Да, подавляющее большинство населения исповедует одну веру. Но эта секта, благодаря тому закону, который есть в этой стране, что каждый обладает равными правами, допустим, в печати, в телевидении, ну, вообще в средствах массовой информации, так, скупив все их, а это очень легко сделать, когда, если она очень богатая, так, начинает пропаганду, прям войну, против религии этого населения. С одной стороны, да, свобода печати, свобода слова, почему бы и нет? С другой стороны, вы чувствуете, какая дьявольская насмешка над принципом демократии. Большинство подавляющее население против всего этого, а нам с экранов телевизоров и прочих средств льется этот поток. Я думаю, что если вот сейчас, например, просто у нас даже провести бы референдум, то, мне кажется, большинство населения решительно проголосовало против той разнузданности, которую мы видим в рекламе и во всех прочих вещах, вот той аморальности, то в засилье. Проголосовали, были бы нашлись, которые, да, пусть будет. Я уверен, большинство проголосовало. Этого не делается. Это даже боятся делать. Потому что потеряют тогда власть кто? Вот эти незримые властители, которые выдвигают на посты и президентов, и депутатов, и так далее. Теневые фигуры. И не делаются. Где же тогда демократия? Не понимаю. В связи с этим мне безинтересно отметить, что Ян Кронштадтский праведный с гневом осудил дарование последним царем в 1905 году свобод всем религиям. Свобод каких? Равноправия. Ну, правда, это никто даже знать об этом не хочет. Нельзя осуждать его. Вот. Также писал его святитель
Иларион Троицкий. Я вам зачитаю его, что он писал. «Высочайшая резолюция» – это святитель Иларион Троицкий. «Высочайшая резолюция» – да, он писал это в феврале 1917 года, когда открылся поместный собор. Наконец-то! Когда царь отрекся, наконец церковь получила свободу. Он писал: «Высочайшая резолюция 31 марта 1905 года на докладе Святейшего Синода о созыве собора». Итак, дальше резолюция царя. «Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне время столь великое дело. Предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, созвать собор Всероссийской Церкви». Конец резолюции. Дальше Иларион Троицкий. «Годы шли за годами. Положение православной церкви становилось невыносимым. Церковная жизнь приходила все в большее и большее расстройство». Вы слышите? «Прежде гонимые религиозные общины получили свободу. В древней православной Москве беспрепятственно заседали соборы раскольников, собирались съезды баптистов. Для православной же церкви все еще не настало лето благоприятное. Отношение царствовавшей династии к православной церкви – это исторический пример неблагодарности. Ужасным позором и тяжким всенародным бедствием оканчивается петербургский период русской истории». Генерал Киреев, очень известный, и будучи генералом, известный богослов, кстати, монархист, который стоял твердо на позиции того, что должна быть царская власть, а не какая-нибудь демократия. По поводу освободительных реформ Николая II писал: «Царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал равноправность с свободой. Против свободы никто не возражает, но равноправность в пропаганде – совершенно иное дело». Я вам скажу, что и даже сейчас, вот приходится иногда говорить об этих вещах, вот только вчера мне как раз пришлось, да, говорить с одним человеком. Он крайне был удивлен, говорит: «Никогда в голову не приходило, что равноправность и свобода – действительно разные вещи». Да, совсем разные вещи. И это еще один из моментов, на которые нужно обратить внимание и иметь это в виду. Совсем это не одно и то же. Это очень разные вещи. Вам это очень пригодится, потому что вам придется отвечать же вот этим критикам, западным и прозападным критикам, которые требуют одних и тех же прав для всех религиозных организаций, которые находятся в нашей стране. Нет, это будет уже принцип не демократии. Это не демократия. Демократия большинством решается. Это принцип уже совсем какой-то другой. Какой принцип? Совершенно очевидно. Принцип по-гречески, который, можно сказать, плутократии. По-гречески. Но лучше не переводить первое слово. Тогда будет вообще великолепно. Правда, если перевести его, оно означает богатство. Плутос. Но можно не переводить. Дальше кратус – власть, плута – власть. На это, и, по-видимому, на это и рассчитано. Да, будет совершенно неверно, во всех смыслах неверно, если мы дадим одинаковые права и тем, и другим. Вот видите, это вот еще одна из, как вы видите, очень насущных проблем нашей жизни. Насущные проблемы. Вот видите, собираются целые съезды огромные по проблеме свобод, проблеме равноправия и так далее. И, к сожалению, обычно так это все завязывается, так смешивается, что подчас даже людей вводят в заблуждение.
И они действительно подчас искренне говорят, как же все должны обладать одними и теми же правами. Повторяю, все граждане обладают нас одними и теми же правами. Кажется, правами быть выдвинут, но когда они стали, когда их избрали, они получают те права уже, которыми не обладает никто и обладать не может. Если мы хотим, чтобы общество действительно было стабильным, то есть устойчивым, устойчивым и жизнеспособным. Вот так. То есть, о чем идет речь? Что права, предоставляемые каждой религиозной организации, должны быть соотнесены, законом соотнесены, со степенью признания ее населением, то есть демократическим ее признанием. Вот в котором только и выражается, и будет выражаться социальная правда. Вы слышите? Социальная правда. Где она, в чем? В действительном, реальном осуществлении демократического принципа, который зиждется на большинстве. Вот лишь в таком случае свобода и равноправие не будут находиться в конфликтном состоянии друг с другом, когда они касается религиозных свобод. Более того, это будет и выражение, если хотите действительно любви Божией. Вот как Марк Подвижник очень хорошо сказал, «Господь, дав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией, зная, что она матерь любви». Вот слышишь, как перекликается в социальном плане проблема справедливости и любви. Видите, как оказывается? В социальном плане обязательно эти вещи очень жестко взаимосвязаны. Оказывается, вот эта вот справедливость, и в частности, справедливое применение принципа демократии к жизни, она, оказывается, является матерью любви. Только на ее основе возможно осуществление того, что мы называем любовью в социальном ее выражении. Вот так, друзья мои. Видите, какие вещи. Хочу еще сделать одно маленькое замечание или уже все. Ну, одну секунду. Я хочу вам зачитать одну мысль из Исаака Сирина. Читаю. «Ибо никогда человек не познает силы Божией в покое и свободе. Не дивись, что когда приступаешь к добродетели, отовсюду источаются на тебя жестокие и сильные скорби, потому что и добродетелю не почитается та, совершение которой не сопровождается трудностью дела». Святой Иоанн, пророк, пишет, Иоанн пророк, добродетели обычно встречают затруднения. Она достойна порицания, когда привязана к покою. Вы видите, свобода же, как хорошо еще писал Кант, о которой ратуют все, она же к чему направлена вся? К исканию вот этого покоя. Что хочу, то и творю. И оказывается, в таком состоянии человек бывает не способен к той добродетели, которая требуется. Ну хорошо, друзья мои. Все. Помолимся.